Первый съезд отцов Ленского района состоялся в центре досуга «Серге» города Ленска под девизом «Отец – основа крепкой семьи, семья – основа крепкого государства». Какие предложения по итогу съезда внесены в резолюцию, расскажут мои ленские коллеги. Съезд отцов собрал 45 делегатов. Они распределились по трем основным рабочим площадкам. Первая – профилактика абортов, движение за жизнь. Вторая – профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. И третья площадка – ответственное отцовство. Модераторами рабочих площадок выступили настоятель храма отец Анатолий и иерей Дионисий Сеничев, заместитель директора Ленского технологического техникума Станислав Возников, также заместитель начальника полиции и прокурор Ленского района. Пришли к единому мнению. То есть ректоры нас подвели к этому, ну и, соответственно, народ весь активно участвовал, то есть папы участвовали, были затронуты темы очень, ну, как бы глубокие, именно что по поводу отцовства, по поводу ответственности, ну и самой роли отца. По итогам дискуссионных площадок были вынесены по 7 предложений с каждой площадки, которые впоследствии будут внесены в итоговый документ съезда – резолюцию. Ну, я в частности в секции по профилактике правонарушений среди подростков мы работали. Мы внесли около 7 предложений различных. Ну, в частности, это в различных сферах, допустим, установки видеонаблюдения в магазинах, торгующих алкогольной продукцией, обязать как бы, ну, в этом случае, чтобы там подросткам не продавали. Одним из внесенных предложений было образование народных дружин, состоящих из отцов и правоохранительных органов, которые будут заниматься правоохранительным порядком в городе. Также среди внесенных предложений были такие, как создание групп отцов в социальных сетях, проведение для ребят различных мероприятий, уроков мужества, фотоконкурсов и баллов. Но самое простое предложение, которое наверняка будет первым в резолюции, было озвучено членами площадки «Ответственное отцовство». Оно прозвучало довольно просто и емко – уделять больше внимания семье. От членов этой же площадки прозвучало и предложение построить систему сегодняшнего образования в соответствии с опытом предыдущих поколений, не направленных на западные ценности. По итогам съезда предложения будут внесены в резолюцию. Впоследствии они будут реализовываться самими отцами, которые в процессе съезда приняли решение объединиться в Совет отцов Ленского района.